Здравствуйте, друзья! Вы на канале Ирина Красовская. Перед вами клематис Халина Нол. Это раннецветущий польский сорт, выведен Владиславом Нолем. Цветет клематис с мая по август и относится к раннецветущим клематисам. Цветки у этого клематиса от 14 до 18 сантиметров. Высота клематиса от 2,5 и достигает 4 метра. Поэтому этот клематис можно посадить возле беседок, заборов и строений. Сажать клематис нужно с направлением на юг, на запад или на восток. Данный клематис посажен с направлением на юг. Этому клематису всего лишь 3 года. И посмотрите, какое буйное цветение. Сколько много прироста. Поэтому клематис можно порекомендовать сажать именно возле строений. Клематис очень морозоустойчив. На побегах текущего года цветет большими одиночными цветками. А на побегах прошлых лет полумахровыми большими цветками. Этот клематис требует освещения, но также может расти и в полутени. Вы были на канале Ирина Красовская. Подписывайтесь на мой канал. Вы много узнаете о клематисах. Ставьте лайки. До скорых встреч!